Всем привет! С вами Дарья Лисичкина. Сегодня я покажу вам упражнение для ягодиц с пилатес мячом. Это такой пластичный мячик диаметром 25 сантиметров. Он повышает эффективность упражнений, также помогает их разнообразить. Итак, если вам нужно за короткий срок привести свои ягодицы в порядок, подтянуть их, неважно, куда вы готовитесь, к купальному сезону или просто решили привести себя в порядок, то эти упражнения вам помогут. Нужно выполнить их 10 раз, то есть 10 дней подряд выполнять этот маленький комплекс упражнений, и вы почувствуете результат, вы его увидите. Ну что ж, начинаем. Так, первое упражнение. Правую ногу кладем на мячик. Вернее, давайте начнем слева. Мы кладем на мячик. Сами ложимся на живот, руки под голову. Сокращаем стопу правой ноги и начинаем поднимать ногу правую не очень высоко наверх. Опираемся на левую, то есть прижимаем мячик к полу все время. Раз, два, три. Чувствуем, как работает задняя поверхность бедра и вот мышцы в районе подягодичной складки. Продолжаем. Шесть. 7. Вы можете делать выдох на подъем. 8. То есть сделать выдох, вдох, выдох, вдох. А можете просто сохранять естественное дыхание. Раз и два. Каждый раз напрягайте ногу. 3. Но не очень высоко поднимайте ее. 4. 5. 6. Должно появиться легкое жжение. 7, 8, 9 и 20, последний. Затем подняли ногу на максимальную высоту и делаем мини-покачивание. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Задержали ногу, зафиксировали ее в максимальной точке. Все время давим на мячик другой ногой для баланса. Держим, 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 держим. И опускаем ногу. Сейчас мы будем делать вращение ногой по часовой стрелке и против часовой стрелки. Подняли правую ногу и начинаем вращать. 1. Стопу сократили. 2. Также не очень большие круги. 3. 4. Не останавливаемся. 5. Все время давим на мячик. 6, 7, 8, 9, 10. Продолжаем рисовать кружочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И давим на мячик. 8. Еще пару кружочков. 9, 10. И в обратную сторону. Против часовой стрелки. 1, 2, 3, 4, 5. Маленькие кружочки. 6, 7, 8, 9, 10. И последние 10 раз. Не останавливаемся. 3, 4. Рисуем, рисуем. 5, 6, 7, 8, 9, 20. И положили ногу. Вы почувствовали, как включилась задняя поверхность бедра и ягодицы? Я думаю, что да. Меняем ногу. Теперь мячик под правую ножку. И надавили ей на мячик. То есть все время будем опираться, так чтобы не упала нога с мяча. И делаем подъемы левой ногой. Сократили стопу. Пошли. 1, 2. 20 подъемчиков. 3. Стопа на себя. 4, 5. Можете делать выдох, когда поднимаете. Выдох. 6. Выдох. 7 и 8, 9, 10. Еще 10 подъемчиков. 1, 2. Давите на мячик. 3,
4. Не очень высоко поднимаем ножку. 5, 6, 7, 8. И еще пару раз. 9, 10. Сейчас у нас покачивание. Подняли ножку максимально высоко. Делаем 1, 2, 3, 4 движения. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зафиксировали ногу. Держим ее в максимальной точке. Держим, держим, держим. И опираемся правой ножкой о мяч, так, чтобы нам было проще держать баланс. Опустили ногу. У нас остались круги. Подняли левую ногу и рисуем кружочки по часовой стрелке. 1, 2, 3, 4. Маленькие такие кружочки. 5, 6. Стопа сокращена. 7, 8, 9, 10. Не останавливаемся, ножку не кладем. 1, 2, 3. Рисуем, рисуем. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. И в обратную сторону, да, против часовой стрелки. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стопа сокращена. 7, 8, 9, 10. И еще 10 кружочков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Положили ножку. Берем мячик, зажимаем его под колено правой ноги. Просто выпрямили ногу, зажали мячик. Сейчас мы будем поднимать уже согнутую в колени ножку. Поднимаем его наверх совсем чуть-чуть. Колено смотрит вниз и опускаем. 1, наверх 2, 3, 4, 5. Колено вниз. 6, 7, 8, 9, 10. Еще 10 подъемочков. 1, 2, 3, наверх 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Подняли ножку и делаем мини такие покачивания. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь зафиксировали ножку высоко и нажимаем на мячик. 1, 2, 3, 4. Сжимаем его. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще 10 раз. 2. Колено пола не касается. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Опустили ногу. Мячик зажимаем под левым коленом. И легли. Работаем наверх. Колено вниз, поднимаем. 1, ножку 2, 3, 4, 5, 6. Не очень высоко. 7, 8, 9, 10. И еще 10 наверх. 1, 2, 3, наверх 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Теперь подняли максимально и делаем пружинку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Маленькую пружинку. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Оставили ножку высоко, сжимаем мячик. 1, 2, 3, 4. Сжимаем, сжимаем. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ну что ж, сейчас немножечко потянемся.
и продолжим дальше работать над мышцами ягодиц. Лягте, пожалуйста, на спинку и мячик подложите под ягодицы. Подтяните, пожалуйста, к себе левую ногу, колено к груди, а правую вытяните вдоль тела, вдоль пола. Зафиксируйте эту позицию. Расслабьте мышцы нижней спины и ягодицы. Меняем ножку. Правую подтягиваем грудь, левую вытягиваем. Фиксировали эту позицию. Растянули мышцы. Идем дальше. Теперь голеностоп перпендикулярен полу. Тянем колено к груди, вытягиваем правую ножку. Растягиваем также заднюю поверхность бедра, которую только что мы нагружали. Зафиксировали эту позицию. Потянулись, потянулись. Колено ближе к груди. Молодцы. Меняем ножку. Теперь правое колено. Голеностоп перпендикулярен полу. Колено к груди. Левая нога вытянута вдоль пола. Тянемся, тянемся, тянемся. Колено к груди. Молодцы. Мячик под ягодицами, немножечко на нем повращались, да, покачались. Направо, налево, направо, налево. Вот поясницу его. И также на пояснице покатались направо, налево. Направо, налево. Закончили растяжку. Следующее упражнение. Зажали мяч между коленями, руки вдоль тела. Поднимаем ягодицы и сжимаем мячик. Раз. Опускаем. Поднимаем, сжимаем. Два. Поднимаем ягодицы до прямой линии. То есть прямая линия, чтобы тело выстроило колени, бедра и плечи. Четыре. И каждый раз сжимаем мячик. Пять. Наверх. Шесть. Сделали вдох. Выдох. Семь. И выдох. Восемь. Одной внутренней мышцы поработали. Девять. Десять. И еще 10 подъемчиков. Раз. Сжимайте сильно мячик. Два. Не просто надавливайте, а изо всех сил. Три. И наверх. Четыре. Продолжаем. Пять. И шесть. Еще 4 раза. Семь. И 8, пару раз, 9 и 10. Теперь подняли ягодицы в верхнюю точку и начинаем делать мини-подъемы. Раз, два. Уже мячик не сжимаем, просто подъемы. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы. А теперь держим бедра наверху и сжимаем мячик. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Опустили ноги. А сейчас сложное упражнение, чуть-чуть сложнее. Тот же мостик, но с опорой на мячик. Поставили ноги, надавили на мячик, прижали его к полу пятками. Ну и также всей стопой, но большей частью пятками. Мы будем подниматься, опираясь на мячик, также до прямой линии опускаться. Коленочки все время держим вместе. Два. И наверх. Три. И наверх выдох. Четыре. Пять. Шесть. Продолжаем. Семь. Выдох. 8. Сильно напрягаем ягодицы, толкаем их наверх. 9. И 10. Еще 10 подъемчиков. Раз. И 2. Молодцы. Выдох. 3. 4. Каждый раз наверх, наверх. 5. И 6. И 7. Это тяжелое упражнение.
8, но оно того стоит. 9 и 10. А сейчас делаем наверху мини-покачивание. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И держим бедра в максимальной точке. Держим, 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 держим. Фиксировали позицию, держим, держим. Как можно выше. И отпускаем. Молодцы. Отложите мячик. Слегка растянем наши ягодицы. Левую ножку на правую. И тянем колено к груди. Сейчас мышцы очень чувствительны, поскольку мы их очень хорошо нагрузили. Растягиваем одну ягодицу. Чем ближе колено к груди, тем больше растяжка. Работают только руки, ноги полностью расслаблены. И меняем ножку. Теперь правую на левую. И подтягиваем колено к груди. Стараемся как можно ближе подтянуть колено к груди. Работают руки. Молодцы. И даже две коленочки немножечко покатайтесь на поясничке. Только на поясничке, то есть даже не обязательно доходить до лопаток. На поясничке. В одну сторону, в другую. В одну, в другую. В одну, в другую. Идем дальше. Следующее упражнение мы делаем на боку. Опора на предплечье. В наших ногах три прямых угла. В бедрах прямой угол, в коленях и в голеностопе. Зажали мячик под правым коленом. И начинаем работать. Мы сгибаем колено максимально вперед и отводим его назад. Смотрите, бедра смотрят прямо, колено не поворачивается к потолку, все время смотрит вперед. А такое вот простое, но эффективное упражнение. Раз. Помните, что волшебными упражнения становятся при регулярном повторении. Три и четыре. Отводим назад. Пять и шесть и семь. Восемь. Не останавливаемся. Девять и десять. Повторяем. Раз. Колено к груди, потом назад. Два. И три. Молодцы. Четыре. Пять. Не разворачиваем колено к потолку. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И десять. А сейчас отводим колено назад. Делаем покачивающие движения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Отвели ножку максимально назад, задержали. И начинаем сжимать мячик. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10. Сжимаем силы. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Привели ножку обратно. Положили колени вместе. Теперь поднимаем ногу параллельно полу и опускаем. Раз, и два, три, 4. Пять. Не останавливаемся. Шесть. Это простое, но очень эффективное упражнение. Восемь. Девять. Десять. Еще 10 подъемчиков. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Теперь подняли ножку и сжимаем мячик. Раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Молодцы!
меняем ногу. Ложимся на правое предплечье. В ногах у нас прямой угол. Зажимаем мячик под левой ногой. Колено как можно ближе к себе и назад. Бедра смотрят прямо, потому что мы работаем над ягодицами. Раз. И два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Живот надо держать собранным. Для того, чтобы нагружалась не поясница больше, а все-таки ягодица. Восемь. Девять. Десять. И еще 10 повторов. Раз. Два. Назад. Три. Четыре. И пару раз. Девять. Десять. Теперь отвели ножку назад. И маленькие движения. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Назад. 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 Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Сжимаем мячик. Раз. Два. Три. Нога на весу. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 20. Ногу вперед. Теперь поднимаем нашу ногу параллельно полу. Раз, до параллели. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Стараемся работать только ногой. Семь, восемь, девять, 10. И еще 10 подъемчиков. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть. И наверх. Семь, восемь, девять. На 20-й подняли. Начинаем сжимать мячик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Еще 10 повторов. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 20. Опустили ногу. Следующее упражнение. Зажали мячик под коленочкой. Приняли позицию на четвереньках. То есть наши кисти под плечами, колени под бедрами. Животы собрали. Поднимаете согнутую в колени ногу до прямой линии. И обратно опускайте. Раз. Два. Три. Время держите мячик. 5, 6, 7, 8, 9. Четко наверх. 10. Собирайте мышцы пресса, чтобы прогибаться, чтобы поясница не прогибаться. 2, 3, 4, 5. Наверх. 6, 8, 9, 20. Теперь подняли высоко ножку и маленькие покачивания. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 20. Оставили ногу наверху и сжимаем мячик. Раз, два, три, четыре. Сжимаем. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще немножко. 7, 8, 9, 10. Эту же ножку мы будем поднимать в сторону. Та же позиция на четвереньках, ногу в сторону. Раз, до параллели с полом. Два, наверх. Три. 4, 5, 6. Не потеряйте мячик. 7, 8, 9, 10. И 10 повторов еще. Наверх. Раз, два, три,
4, делаем выдох. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Подняли ножку и делаем маленькие покачивания. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опустили ногу. И сейчас этой же ногой мы делаем круги в одну сторону и в другую. Выпрямляем ногу, поднимаем ее назад, затем ведем в боковую позицию, опускаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще 10 раз в эту сторону. Рисуем, рисуем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И теперь в другую сторону тоже 20 кружочков. Порабатываем свои ягодицы со всех сторон. Поднимаем ногу в сторону, отводим назад. 1, 2, 3. Животы соберите. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, еще немножко, 8, 9, 10. Молодцы. Растянулись от мячика вперед, зажали мячик под левым коленом, встали на четвереньки, проверили так, что кисти под плечами, колени под бедрами. Животы собрали. Поднимаем свое бедро до параллели с полом. 1. Живот держите согнутым. 2, 3. Наверх. 4, 5. Делаем выдох. 6 на усилие. 7, 8. Животы собраны. 9, 10. Еще 10. 1, 2, 3, 4. Работаем, работаем. 5. Мячик не теряем. 6, 7, 8, 9, 10. Подняли ножку и делаем маленький покачивание. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Оставим ножку там и сжимаем мячик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Опустили ногу. Молодцы. Начинаем делать все то же самое, только в сторону. Проверили свою позицию, собрали животы. Поднимаем ножку в сторону до параллели с полом. 1, 2, 3, 4. Наверх. 5, 6, 7, 8. Наверх. 9, 10. Еще 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь маленькие подъемчики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 20. И сжимаем мячик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 20. Опустили мячик. Сейчас нам осталось сделать круги. То есть соединить эти два движения. Проверьте, как вы держите мячик. Вначале мы поднимаем ножку назад, затем в сторону. Это один кружочек. И продолжаем рисовать. 2, 3. Работаем. 4, 5, 6, 7, 8. Не останавливаемся. 9, 10. Еще 10 повторчиков. Раз. Круг у каждого может быть свой. 2, 3, 4. И теперь 20 кругов в другую сторону. Приготовились. Нога идет в сторону, назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10. О! Растянулись. Немножечко расслабим поясницу. Упражнение стоя. Мячик под колено. Вы можете держаться за стенку для баланса. Колено к груди, назад. Раз, и 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Старайтесь держать живот собранным, чтобы не слишком прогибаться в пояснице. 2, 3, 4, 5, 6. Назад. 7, 8, 9, 10. Делаем покачивание. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Держим мячик и сжимаем его. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ай, колено к груди, меняем ногу. Под правую. И также отводим ножку назад. Раз. Не разворачиваем бедро. Бедра вперед. 2. Живот собран. 3, 4, 5, 6. Работаем. 7, 8, 9, 10. Еще 10 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
3, 4, назад, 5, 6, 7, 8, и пару раз, 9 и 10. Теперь ножку назад и максимально отводим. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. И сжимаем мячик. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще 10 раз. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Молодцы. Это было последнее упражнение. Сейчас мы немножко растянем мышцы ягодиц. Молодцы. Тянем колено к груди. Вытягиваем правую ногу. Ставим правую ногу. Вытягиваем левую и тянем ее к голове. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь левую ножку на правую, колено к груди. Чем ближе колено к груди, тем больше растяжка. Меняем груди. Голеностоп перпендикулярно полу. Вытянули левую ногу. Зафиксировали позицию. Левую ставим, вытягиваем правую и к себе. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. Кладем правую ногу на левую и растягиваем правую ягодицу. Тянем колено как можно ближе к груди. Тянем, 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 тянем. Молодцы. И просто оба колена к груди. Чуть-чуть покатайтесь на мячике налево, направо. Поставьте ноги и обратно их себе налево.